На Царфина спрос есть всегда, но купить его практически невозможно. Никто никогда не хочет его продавать. Коллекционер, настоящий коллекционер, ему, естественно, хочется иметь редкость. А Царфин – редкость. Я знаю людей, которые годами пытаются купить какую-то работу. Работы Царфина, они в итоге завораживают людей. Есть одна из лучших коллекций Царфина у французского коллекционера Рампино, который, к счастью, даже подарил Смелочевскому музею две работы. У него их 86, и других художников он не собирает. Видимо, в них есть какая-то внутренняя энергетика, которая людей вот так к себе притягивает. Там лежит небольшая книжечка, которая вообще написана психоаналитиком, который лечил картинами Царфина всякие там истерии, душевные заболевания. Говорят, что с успехом. За исключением вот этой работы «Парижские влюбленные», которая уже поменяла, по-моему, третьего владельца в Беларуси. Все остальные работы, что здесь, что во Франции, что в Америке, очень большие коллекции Царфина в Америке и в Канаде, коллекционеры продавать их не хотят. Сейчас, только в последнее время, стали, видимо, умирать старые коллекционеры, и там 5-6 картин иногда появляются на каких-то аукционах. Продаются они моментально. Последний аукцион, который был во Франции, дети коллекционера или внуки, я не знаю, видимо, даже не знали толком, какие цены выставить, но они поставили там 3-5 тысяч. Дешевле, по-моему, 10 тысяч не ушла ни одна картина. Но проданы были все и за 7 минут.